Школа России и Европы. Международная межконфессиональная коммуникация в мультикультурном мире начала свою работу. В Болгар прибыли студенты из Казанского федерального университета, Института археологии имени Халикова, а также немецких Магдебургского университета имени Отто фон Герике и Регенбургского университета. Базовой целью школы является создание пространства для свободного общения и адаптации немецких студентов к российским реалиям. Студенты КФУ, в свою очередь, готовятся к пребыванию в Германии. Участниками школы стали 19 студентов Магдебургского и Регенбургского университетов. Также в Болгар отправились 5 студентов Института международных отношений, истории и востоковедения. Мы работаем над те цели и задачи, которые стоят сейчас перед Казанским университетом. Это прежде всего связано с организацией и обеспечением совместных образовательных программ и академической мобильности. Поэтому вот в этом институциональном взаимодействии летняя школа имеет огромное значение. Рабочим языком школы избран русский язык, и большое внимание уделяется погружению в его основы и нюансы. В рамках общения на мастер-классах студенты периодически переходят либо на немецкий, либо на английский язык. Языковая практика становится обширной для всех участников школы. Это уже не первая работа с Регенбургским университетом. С прошлого учебного года реализовывается сетевая программа двух дипломов «Германо-российские исследования». Магдебургский университет стал партнером КФУ только в апреле текущего года. Однако динамика развития взаимодействия стремительна. Уже сейчас достигнуты договоренности о проведении регулярных международных летних школ. Разрабатываются программы академической мобильности студентов и преподавателей. Также началась работа по подготовке сетевой магистерской программы, старт которой будет дан в 2019 году. Проведение школы на территории Германии. Кроме того, у нас уже в этом году запланированы обмены студентов и Казанского университета, и Магдебургского университета для того, чтобы реализовывать совместные образовательные программы. Мы составили план стажировок как наших преподавателей в Магдебургском университете, так и университета Магдебурга здесь. Школа является своего рода этапом рассмотрения вопросов, связанных с взаимодействием представителей разных национальностей и культур на пути к проведению форума «Ислам в мультикультурном мире». Артем Тупичкин, Универньюз.